Рафаэла Продакшн представляет Ави Нэшера и Майкла Бина в фильме «Успеть вспомнить». В фильме снимались Пэтси Кенсик, Трэсси Скоггинс, Роберт Калп, Реймонд Джакуэлс, Ричард Джордан, а также Билли Блэнкс, Джим Маньячи, Стивен Оливер, Рэй Манчини, Карлос Паламино, Дэвид Арнот, Джин Рилей. Оператор Энтони Ричмонд. Композитор Патрик Леонард. Режиссер Рафаэла де Лаурентис. Сценарист и постановщик Ави Нэшер. Кофе? Извините, я вас испугала. Все нормально. Вам что-нибудь нужно? Да. Их никто не может починить. Мне сказали, вы творите чудеса. Бесценная вещь. Знаете, сколько они стоят? Они не продаются. Это часы покойного отца. Я вас представляла гораздо старше. Вы не похожи на часовщика. А каким он должен быть? Ну, я не знаю. Старым, бородатым. Бельгийцам или французам. Где-то так. Так это хозяин магазина. Он подходит под ваше описание. Вот он настоящий волшебник. А я самозванец. Когда будет готово, позвоните мне, пожалуйста. Доктор Анна Нолмар. Так вы доктор? Да, я терапевт. Психоаналитик. Вы не похожи. А как он, по-вашему, выглядит? Старый, бородатый бельгиец. К сожалению, я опаздываю на прием. Почините их, пожалуйста. Привет, Эдди. Привет, Барри. Как дела? Неплохо. Рад за тебя. Это ты, красавчик, что будешь заказывать? Сыр, пожалуйста. Пожалуйста. Потом обеденный салат и побольше льда. Отличный выбор. Еще стакан молока. Хорошо. Булочку? Не понял. Или гренку к салату. Помогите! Помогите же, я не понимаю! Кто-нибудь помогите ей!
неделю назад принявший присягу на посту министра юстиции Америки, в Лос-Анджелесе проводит свой уикенд. Бывший особый обвинитель достиг национальной известности своими разоблачениями коррупции в организации процесса защиты. В воскресенье Джордан выступит с речью перед Национальной судебной ассоциацией. Джордан предложит свой план расследования злоупотреблений национального разведывания. Назовите номер вашей кредитной карточки. Кредитная карточка номер 83348237 3. А тебя зовут Барбара. Рост футов 9. Брюнетка, кассир. Девушка вашей мечты? Да, из Портленда. С большой грудью и длинными ногами. Это говорит Бобби. Привет, Бобби. Что же такое срочное ты хочешь мне сообщить? Реклама для любого товара. Помнишь последнюю ночь, которую мы провели с тобой? Это когда ты запер меня в банковском сейфе. Ты уже? Почти. Я тоже. А сейчас было время закрытия. Он видел пламя из закусочной на противоположной стороне улицы. И я бежал в горящее здание, прежде чем подоспели пожарные. Он сражался с пламенем и дымом, чтобы спасти женщину с младенцем, оказавшихся в этом аду. Они находили здание, а потом вдруг отовсюду повалило пламя. И люди стали выбегать со всех сторон. А этот парень, в общем, самый обычный парень. Он то ли часовщик, то ли кондуктор. Ой, я не могу прийти в себя. В то время, когда мы привыкли видеть героев только на спортивных аренах, мы встречаем. Да, в чем дело? Здравствуйте, сэр. Извините, что побеспокоил вас. Такое дело. Очень неприятная ситуация. Вы помните Эдди Кэй, а? Что? Какие могут да, быть сэр. Новости? Да, но только что я видел его по телевизору. Где? Только что. Когда? Да, считался мертвым. Но он... Ты хочешь сказать, я думаю, он жив? Мы должны его найти и... Ну? А потом... Что ты собираешься делать? Потихонечку убрать. Отвратительным тоном, как будто в этих словах что-то очень неприличное. Доброе утро, миссис Макдональд. Доброе утро. У вас отличный вид. Большое спасибо. Доброе утро, Эл. Доброе утро. Полковник, точно Эдди Кэй. Чтоб я так жил. За ним. Его надо убрать. Займись им сегодня же ночью. Можешь имитировать ограбление или что-то в этом роде. Значит, то. Ah!
А ты успокойся, хорошо? Это же не убийство, а просто дерьмовая кража со взломом. Номер страхового полиса. 5271951. Номер вашего телефона? У меня нет телефона. Мистер Кей, детектив Санчес. Все в порядке? Да, я в порядке, как будто. Так что здесь произошло? Я не собираюсь никого учить, как надо работать, но эти ребята настаивают на том, что это было ограбление. Я повторяю, этот парень хотел меня убить. Мистер Кей, за последние 3 месяца в этом районе было много ограблений, и они вправе так считать. Я уверен, что это не ограбление, то есть, что этот парень был не грабитель. Понимаете, он ничего не взял, ничего не пропало, да у меня и нечего брать. Я лежал в постели, спал, открыл глаза, и вдруг этот парень бросился на меня с ножом. Хорошо, мистер Кей, у кого могут быть причины увидеть вас мертвым? Он что, просто свихнулся? Кто-то имеет зуб на вас? Может, денежный тон? Ничего не могу придумать. Я никому не должен. Мистер Кей, как он выглядел? Я не знаю, он был... Он выглядел как циклоп. Он был похож на убийцу. Этот парень хотел меня убить. А почему не убил? Не знаю. Здравствуй, Эдди. Здравствуй. Милый, ты не поможешь мне с этим горшком? Я уже приготовила для него землю. Просто опусти его вот сюда. Хорошо? О, спасибо. Замечательно. Спасибо. Как ты себя чувствуешь, Эдди? Что случилось? Ты в порядке? Да. Ты уверен, может тебе помочь? Нет, все нормально, все хорошо, в порядке. Ну ладно. Несчастный случай. Черт бы меня побрал. Живой труп. Пакет готов. Пошли. Высылайте курьера. Доставка будет вовремя. Четвертый блок. Прошли четвертый блок. Альфа. Альфа. Готовьте, Альфа. Блок 3. Прошли блок 3. Блок 2. Проверяю блок 2. Блок 1. Браво. Браво. Начинайте, браво. Давай, повыше. Он сбил его и уехал. Мы убили его? Думаю, да. Он мертв. Вы запомнили номер машины? Кто-нибудь вызовите скорую. Он шевельнулся. Не сработало. Повторяю, не сработало.
Добрый вечер, Эдди. Доктор Новмар? Да. Говорит Эдди Кей. А, мистер Кей, мои часы готовы? Нет, часы еще не готовы, поэтому я звоню. Я подумал, что мог бы заскочить к вам на работу и предложить другие, чтобы вы пользовались ими. Я бы не хотела вас затруднять. Нет, нет, для меня это пустяки. Я с удовольствием вам их занесу. Да. Если это не сложно, можете зайти ко мне вечером после приема. Хорошо. У вас есть адрес? Да-да. Сразу после 8. Хорошо, до встречи. Не бойся меня. Привет. Привет. Вам все-таки не стоило затрудняться. Все в порядке. Я бы не хотел, чтобы по моей вине у вас были неудобства. Спасибо, что принесли. Я очень ценю внимание. Можно спросить? У меня были эти, я даже не знаю, как вы их называете, ночные кошмары, но днем. Они реальны. Память, но не как воспоминание о какой-то действительности. Вы можете мне как-то объяснить это? Но мне скоро нужно уходить. Может, вы запишетесь ко мне на прием? Да нет, наверное, я просто так спросил. Входите, проходите. У меня видения. Некоторые из них просто ужасны. Много крови. Очень омерзительно. Бывают и другие. Женщины. Похожи на порнографию. Я... очень спокойный человек. И не знаю, откуда у меня такое. Возможно, ваши подавленные воспоминания пытаются выйти наружу. Да нет, у меня очень добрые воспоминания. Я всегда гордился своими воспоминаниями. Я могу вспомнить мельчайшие детали своего детства, своих друзей, их имена. У меня когда-то был друг Кевин Ричардс. Я называл его Кевин. Мы вместе с ним занимались спортом. У меня было нормальное детство. А бывали злоупотребления алкоголем или лекарствами? Да. Одно время я сильно пил, употреблял много лекарств. Как вы остановились? Однажды утром проснулся в мусорной свалке. Мне было скверно, да,
И моя одежда, она жутко обгорела, и все мое тело, оно было в ожогах. Я даже не знаю, как попал туда. И тогда я понял, что должен сделать выбор. Я очень долго бродяжничал и осел на западе. Даже показалось, что мне стало чуть-чуть лучше. Когда вы проходили медицинский осмотр? Что? Медицинское обследование. Но я никогда не болел. Я думаю, вам необходимо пройти тщательное медицинское обследование и обследование коры головного мозга, PIT. Правда? Вы думаете, что мой организм не в порядке? Да, нет. Но иногда нейроны памяти разрушаются, а злоупотребление алкоголем или таблетками, возможно, церебральные опухоли. Мой дядя нейропсихиатр. Я могу попросить, чтобы он вас принял. Большое спасибо. Да ничего. О, я забыл вам заплатить. Не надо. Я вас проконсультировала за то, что вы отремонтируете мои часы. Хорошо? Хорошо. Это ваш отец? Да, это был наш общий офис. Но вы сказали, что он... Он умер более года назад. Но я не могу снять его имя отсюда, чересчур болезненно. Спокойной ночи, мистер Кей. Спасибо. Мне уже лучше. Доктор Нолмар? Привет, Эдди. Я вас не знаю. Перестань, Эдди. Ты прекрасно меня знаешь. Почему бы нам не пойти куда-нибудь поболтать? Поболтать о чем? О чем-нибудь. О прошлом. Или о Дюке. Я не знаю, Дюк. Мы в сетях неизбежной взаимности. Куда он делся?
Ищите! Помогите! Пожалуйста, прошу вас, помогите мне, пожалуйста. Откройте. Что происходит? Поехали, поехали, поехали. О, Боже, они хотели убить меня. Они пытались меня убить. Вы их не видели? Кого? Я не понимаю, о ком вы говорите. Нет, нет, только не останавливайтесь. Не надо останавливаться. Вы не заметили их? Эдди, пожалуйста, успокойся. Нас никто не преследует. Ты их не видела? Нет, я никого не видела. Там, на стоянке, не заметила их. Пожалуйста, давай поедем в полицию. Я уже был в полиции. Они не верят мне. А что же ты хочешь делать? Я не знаю. Послушай, ты сейчас очень взволнован и расстроен. Я думаю, нам надо поехать сейчас в больницу и пройти медпроверку. Немедленно. Что-что? В больницу? Но зачем? Говорят по-венгерски. Анна, ты хороший доктор, но у тебя совершенно нет никакой личной жизни. Ты вытащила меня из постели среди ночи из-за какой-то ерунды. Все в порядке? Да, ты здоров. Будьте любезны. Но у тебя есть некоторые отклонения в коре головного мозга. Где? Расшифруйте. В гиппокампусе. Немного нейронов перекрывают середину нижней доли мозга. А что случилось с моим как там его? Это сложно объяснить. Но обследование показывает, что... Что такое? Лучше бы ты сейчас была на свидании с нормальным молодым человеком. Да. Дядя, ты говоришь сейчас, как мой папа. Я прошу прощения, мне очень больно. Откуда вы? Я не знала, что ты говоришь по-венгерски. Венгерски? Я не знаю его. Но ты говорил. Да, вы говорили по-венгерски. Привет. Привет. У вас в продаже есть яйца? Нет, яиц нет. Только колбаса. Это подходит? Иди ко мне. Иди ко мне, Эдди. Эдди? Эдди, что случилось? Что? Да? Плохие новости, сэр. Он попал в больницу. Какой больницу? Психиатрической. Психиатрической? Он говорит? Не знаю, как много он помнит, но абсолютно точно ничего до перепрограммирования. Иначе он давно причинил бы нам массу неприятностей. Он не представляет сиюминутной угрозы? Нет. Но с другой стороны, может, от греха подальше проведем воскресную операцию, а потом... Нечего ждать воскресенья. Слишком много поставлено на карту. Забудьте о спокойствии, у нас мало времени. Вытаскивайте-ка и кончайте с этим делом. Сэр, это неблагоразумно. Если я физически здоров, почему у меня такие ощущения? Мое тело в каком-то странном состоянии, как будто я знаю, как делать все то, что никогда не делал. Кто-то другой живет в моем теле. Ты никогда не проходил лечение в психиатрической лечебнице? Нет, я раньше не лежал в больнице. Я даже не болел, поэтому все, что происходит, просто... А ты уверен? Да, я уверен. Я завтра выясню, у нее должна быть твоя карточка. Но я никогда там не был. Никогда не был. Я... Послушай, тебе надо немного поспать. Нет, нет, нет. Ты не останешься. Хотя бы ненадолго. Но тебе действительно надо поспать. Пожалуйста, прошу. Я дам тебе успокоительного. Нет, нет, не надо успокоительного. Пожалуйста, я не хочу оставаться один.
Лейтенант Куртис здесь? Не думаю. Единственный полицейский на этаже офицер Гилберт, у него ночное дежурство, но я могу проверить. Не надо. Он должен был нас встретить. Мы здесь подождем. Как дела, сэр? Би-5, психиатрическая. Не узнали, что я здесь. Ты единственная, кто знал про больницу. В гараже ты одна знала, что я буду в офисе. Ты с ними! В чем ты меня обвиняешь? Я только пыталась помочь тебе. Ты хотел дать мне снотворное, я уже давно был бы мертв. Ненормальный. Слушай, я не знаю, что за игра, в которую ты играешь, но я не хочу в ней участвовать. Ты уже в ней участвуешь. Делай, что я скажу. Только то, что я скажу, поняла? Сиди здесь! Сиди! Отдел убийств. Да? Минутку. Санчес, первая линия, это тебя. Я там. Санчес. Эдди Кей, помните меня? Вы знаете, что случилось? Знаете? Они пытались убить меня. Вы не верите? Колумбр с вами? Да, она здесь. Если со мной что-нибудь случится, она свое получит. Эдди, или как тебя там? Ты вляпался в серьезные неприятности. И чем скорее ты приедешь там, тем лучше для тебя. Вы о чем? Слушай, ты не Эдди Кей. Прекращай валять дурака. Что? Послушай меня. Эдди Кей, номер страховки 5271952-1 из Кантона, штата Гай, умер. Ты слышишь меня? Умер во Вьетнаме в 72-м году. Я не Эдди Кей. Что он сказал? Что он сказал? Не Эдди Кей. Иди сюда. Эдди, отпусти меня! Отпусти меня, пожалуйста! Нет! Нет! Садись! Нет! Садись! Если ты попытаешься хоть что-нибудь сделать в гостинице, я убью тебя. Ты все поняла? Надо лечиться. Позволь мне выйти и купить тебе лекарства. У тебя припадок. Несколько гранул фенильзина или ниаламида успокоят тебя. Ты даже не знаешь, кто ты. Я знаю, кто я. Это они убеждают меня, что я не знаю, кто я такой. Алло? Алло? Миссис Ричардс? Улица Элм 852? Очень рад слышать ваш голос.
Мне тоже очень приятно, но кто это говорит? Миссис Ричардс, это Эдди Кей. Кто? Ваш сосед, друг Кевина, Эдди Кей. Что еще за шутки? Эдди умер. Он был убит во Вьетнаме. Если вы можете этим шутить, то мне не смешно. Но... Послушайте. Это не шутка. Тогда кто это? Я не умирал. Миссис Ричардс, пожалуйста. Пожалуйста, миссис Ричардс. Миссис Ричардс, пожалуйста. Прошу вас. То, что вы делаете, просто кощунственно. Вы должны оставить его в покое. Вы меня слышите? Пошли к черту. Нет. Извини, я попал в беду. Я даже не знаю, что я сделал. Помоги мне. Вы к кому? Филлипсу. Тейлор, не ожидал тебя увидеть. Я надеюсь, ты получил инструкции. Инструкции? Конечно. На словах. Никто не хочет ничего писать. Я должен выдать полную компьютерную информацию и всю имеющуюся у полиции информацию. Только на словах, полковник. Я кое-что скажу вам. Я не хочу быть в этом замешан. Убивают таких, как я, не таких, как вы. Меня же немедленно уволят, и я окажусь в Левистоне за невыполнение распоряжений. Мистер Филлипс, я понимаю ваше сложное положение. Рискую быть банальным, но спешу заметить, что в данном случае речь идет не об увольнении. Речь идет о продолжительности жизни. Вы угрожаете мне? Здесь есть укромное местечко, Филлипс. Пора выпить кофе. Вы слышали когда-нибудь о программе Bluebird? Я видел только имена в досье. Это секретная информация. Речь идет о 70-х. Да, точно. Видите ли, в управлении были небольшие проблемы с проведением операции. Мораль, дисциплина на низком уровне. Мы нуждались в агентах нового типа. Более надежных, более исполнительных, менее любопытных, менее набожных. Нам, черт подери, нужны были самураи, готовые исполнить приказы. И вот, мы провели серию интересных экспериментов на молодежи. Лет 18-19. 13 из набранных скончались при подготовке. 7 стали исключительными агентами. 6 из них действуют. А 7? Эдди Кей. Возможно, к сожалению, самый лучший. Лучшие показатели. Технологии, языки, рукопашный бой, все. Ну, он наплевал на вас и пишет книгу. Эдди Кей попал под уничтожение. Мы думали, он был убит при уничтожении. Но, увы, и сейчас он может сорвать серьезнейшую операцию. И есть только 48 часов, чтобы убрать его. Речь идет не о каком-то маленьком скандальчике. Речь идет о политических системах. Вот почему распоряжения должны быть на словах. И вы вынуждены сотрудничать с нами. Седьмой, седьмой, что у вас? Переходите на третий. Переходите на третий. Говорит третий. Отрицательно.
ты собираешься делать? А что делать, если не знаешь, как быть? Ты поговори сам с собой. Ты действуй против своих наклонностей. Действуй инстинктивно. Нерационально. Яростно. Ты завязнешь в системе убеждений. Ты училась 6-7 лет, чтобы давать такие советы? Кушать хочешь? Я не могу думать на пустой желудок. Может, найдем здесь какое-нибудь кафе? Хорошо. Я принесу поесть. Вот деньги и кредитная карточка. Снимай свой свитер и чулки. Что? Снимай свой свитер и чулки. Зачем? Не двигайся. Что бы ни произошло, не двигайся. Как только поднимешь это, хоть чуть-чуть, оно разорвет тебя на куски. Поняла? Где ты научился таким штучкам? В школе часовщиков? А я еще жалела тебя, дура. Нет контакта. Спасибо. Вот его данные. Теперь это вопрос времени. Отлично, как фотосистема. Уже сработано. Прекрасно. Немного кофе. Будет коммуникации? Да, уже подключились. Ну-ка, красавица. Готово. Доктор Анна Нолмар, психолог, рождена в Будапеште, Венгрия. Я принес поесть. Очень хорошо. Может, ты прежде разрядишь эту штуковину? Иди сюда, успокойся. Я хотел быть уверен, что ты не уйдешь. Ну, побудь со мной только ночью, а утром я отпущу тебя. Обещаю. А лучше ничего не было? Нет. Ты что, на диете? Отдел убийств, Санчес. Санчес, говорит Эдди Кей, у меня доктор Нолмар, и я передам ее только вам, лично вам. Я не хочу, чтобы какой-нибудь другой полицейский или детектив был посвящен в это. Если увижу другого полицейского, то ничего не выйдет. Понятно? Понятно. Театр Майя на пересечении Хилл и 6-й улиц. Ясно. Театр Майя. Через 20 минут. Понял. Один. Эдди, подожди, я... Все. Спасибо. Извини, я должен забрать твою машину. Вышлю чек. Хорошо. Эдди. Да. Ничего. Спасибо. Спасибо.
Самая нашумевшая история последнего часа. Мощный взрыв в квартале Олимпийского бульвара ранним утром. Полиция подозревает, что бомба была подложена в офис доктора Анны Нолмар, психиатра, которая считается похищенной одним из ее пациентов. Власти отказались от этого. Это она. Доктор Нолмар? Детектив Санчес. Вам нужна помощь. О, вы не можете себе представить, как я рада вас видеть. Это было жуткое испытание. Прикрой огнем, а ты перебеги, ясно? Да, хорошо. Давай! Заплачу кому-нибудь, чтобы нас увезли в Мексику. Эй, а у меня кое-что есть. Хорошо они вас. А что с теми убитыми? То же, что с Кием. Угощайтесь. Номера страховок принадлежат лицам, которые погибли во Вьетнаме. Кто же они? Свихнувшиеся гангстеры? Момент. Вернее будет сказать, что эти ребята никогда не были и рядом с Вьетнамом. Что?
В наличии у каждого из убитых два личных дела, и в обеих все необходимые документы. Трое были осуждены за убийство, так что все они просто гадкие подонки. Я не понимаю. Ты хочешь сказать, что эти три ублюдка с чужими мозгами? Нет, я хочу сказать, что эти ублюдки имеют отношение к одной и той же психушке. Ланговской лечебнице. Можете проверить. Банковская карточка. Где она? Здесь недалеко, в нашей основной банковской ветви. Соберу ребят и дам им задание. Приготовь вертолет. Она войти. Вам понадобится 35 секунд, чтобы добраться туда. Она только что нажала на выбор. У вас осталось 25 секунд. У вас 10 секунд. Получает деньги. Она ждет. Что ты там делаешь? Скорее! Секунду, я жду квитанцию. К черту квитанцию, скорее! Давай. В Мексику, держи. Договорились. Если бы не папины часы, мы бы не встретились. Все в порядке. Выживем. Может быть. Прости. Я уже много лет не плакала. Я даже на похоронах отца не плакала. Он учил меня скрывать свои чувства. Он хотел, чтобы неприятности обошли меня. Пойду поменяю немного местной валюты. Наверное, сильно пьян.
Он просто напился. Все в порядке. Все в порядке. Расходитесь, расходитесь. Я даже не знаю, что я совершил. Думаю, что убил. Я не могу так. Прости, я не могу так больше. Чего не можешь? Я не могу так больше жить. Я должен знать, что я сделал. Я должен вернуться туда. Куда? В Ланговскую лечебницу. Пойми, она не существует. Я запрашивала твою медицинскую карточку. Мне сказали, что ее давно там нет. Где это? В Аризоне. В какой Аризоне? В Оракл, Аризоне. Он появился. Ты женат, полковник? Нет. А вы? Да, у меня взрослые ребята, а мой младший... Корвантал, Сан-Диего. Нужен вертолет. Туда легче по воздуху. Пришли команду вниз и пусть ждут. Если что не будет получаться, я опять свяжусь с вами. Выпьешь? Говорят, она продлевает жизнь. Спасибо, доктор. Анна, я думаю, что теперь ты можешь называть меня Анна, верно? Анна. Красивое имя. Думаю, можно будет проехать здесь. Эдди, посмотри сюда. Может, в этом разгадка? Вход только для военного персонала. Зачем в психиатрической лечебнице такая надпись?
летучая мышь, не бойся. Сложно. Они не открывались уже много лет. Большинство медоборудования подключается через генератор. Помнишь это место? Thank you.
Эдди, ты в порядке? Эдди? Они сделали из меня Эдди Кея. Это они сделали. Они сделали меня Эдди Кея. Боже. О, мой Бог. Я помню. Привет, Эдди. Ты в хорошей форме. Как тебя зовут? Тебя зовут Эдди Кей. Меня зовут Оливер Дикстра. Твое имя Эдди Кей. Как тебя зовут, Эдди? Скажи мне. Меня зовут Эдди Кей. Меня зовут Эдди Кей. Подкрепленную болью и удовольствием. Это все фальшивка. Это все нереально, Эдди. Ты не убийца. Ты не убийца, нет. О, мой Бог, не убийца. Не убийца. Я не... Вот реальность. Вот реальность, вот реальность. Вот реальность. Вот она, вот она, реальность. Вот реальность. Реальность. Вот она, реальность. Реальность. Вот она, реальность. 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 Говори со мной. Пусть оно выйдет из тебя. Это я. Я принесла белье, которое ты просил. И еще купила нам смену одежды. Нам хватит пока. Эдди! Извини, я не знаю, как еще тебя называть. Не могу привыкнуть к тому, что эти люди с тобой сделали. Ты не против, если я позвоню дяде? Он наверняка переживает обо мне.
Я бы хотела заказать разговор. Мой номер 21365-821-41. Мы готовы, сэр. Но это ваше решение. Он нашелся! Посмотри на себя. Ты в порядке? Да, да. В порядке. Я просто зол. Знаешь, в детстве мама целовала мои раны, и боль уходила. Извини. Извини, Эдди. Больно. Больно. Эдди, это ты? Я он. Бежать! Где он? Я не знаю. Прошу вас, я не знаю. Я не знаю, где он. Вы не говори! Я не буду звонить. Они все равно тебя прикончат. Отпусти меня. Разве ты меня не знаешь? Я хорошо помню тебя. Ты меня тоже помнишь, правда? Дай мне эту бутылку. Быстро звони.
это я. Откуда звонишь? Из Оракл. Готово. Молодец. Встретимся в Оракл. О каком дюке он говорит? Я не знаю никакого дюка. Ты все знаешь. В гараже ты сказала, что хочешь поговорить со мной о дюке. Кто этот дюк? Новый министр юстиции Дин Джордан. Мы должны убить его. Когда? Сегодня. В 9 вечера. Ты разве не знал об этом? Все нормально, полковник. Привет. Как дела? Отлично. Некогда скучать. Который час? Почти приехали. Мы не сумеем. Человек дня, человек, который не побоялся сказать правду, и человек, который считает, что Америка может показать пример глобальной демократии в 21 веке. Я представляю вам нового министра юстиции Соединенных Штатов Дина Джордана. Мы были свидетелями небывалых событий в прошедшем году. Но все мы... Эдди, прошу. Право проводить политику личного счастья. Thank you.
Окружить машину! В чем дело? Вытаскивайте ее! В чем дело? Вытаскивайте ее! Что Опускать? Вы хотите? В чем дело? Что вы хотите делать со мной? Вы не имеете права! Простите, сэр. Мне необходимо попасть туда срочно. Простите, сэр, у вас билет есть? Нет, у меня сейчас нет билета, я потерял свой билет, но мне необходимо попасть туда. Мы не пустим вас без билета. Ладно, а кто тут главный? Извините, сэр, у вас должен быть билет. Для того, чтобы усилить потенциал наших крупнейших в мире демократических институтов. Пойдем. Простите, сэр, у меня такая проблема, я потерял билет. А я при чем? Нет, посмотрите на эти часы. Это очень дорогие часы. Вы не могли бы отдать мне свой билет взамен на мои часы? Пожалуйста. Ладно, идет. Держите, удачи. Спасибо. Ребята, простите, я забыл билет в куртке. Вот. Спасибо. Мы отнимаем бразды правления у узурпаторов власти. Никогда больше рядовым преступникам не будет позволено действовать от имени страны. Я знаю, что необходимо приготовиться к нескольким тяжелейшим годам моей карьеры. Сержант, что происходит? Она на заднем сиденье. Детектив Санчес, я здесь, пожалуйста, побыстрее. Доктор Нолмар. Эдди, в отеле Дюк. Они пришли за Джорданом. Идемте туда сейчас. Освободите немедленно. С вами все в порядке. Бюрократы и политиканы просили меня не раскачивать лодку, не сдвигать камни, покрытые мхом, не теребить старые раны. Но давайте будем откровенны. Есть темные уголки в нашей великой демократии, которые боятся яркого света. Это не должно быть государственное управление, которому позволено существовать отдельно от государства. Парень в кожаной куртке. Пошлите за ним. В молодости я играл в баскетбол за университет штата Огайо. Я был не самым талантливым, но играл с энтузиазмом. Мой тренер Кларк беспрерывно повторял старую поговорку. Без боли не бывает побед. Остановите его. Вон. Где? Там.
слышишь? Тебе конец! Они использовали тебя так же, как и меня, ты не понимаешь? Мы не враги! Да пошел ты! Дублирован актерской студией «Синхрон» при театре объединения «Хлопушка», город Киев. Конец фильма.